Власти России будут делать все для поддержки учителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и жителями блокадного Ленинграда. Одна из них, Надежда Строганова, была учителем в блокадном Ленинграде. На встрече с главой государства она предложила расширить практику общения ветеранов с молодым поколением и меры поддержки педагогов. Вот в этом году, в год учителя, педагога, тем более актуально, реализовать ваши идеи, предложения. Мы обязательно это сделаем. Я с Министерством просвещения и с правительством на этот счет переговорю. При поддержке регионов мы обязательно вот эту идею вашу реализуем. Так что вам большое спасибо. Что касается учительского корпуса, то значимость его действительно чрезвычайно высока. В последние годы мы старались делать все для того, чтобы поддержать учителей. Но, конечно, еще многое предстоит сделать по всем направлениям. И прежде всего с точки зрения общественной, признания общественной значимости этого труда, труда учителя, труда педагога. Без всяких сомнений будем обязательно по этому пути двигаться дальше. Напомним, поддержка учителей и в целом образование – один из приоритетов в нашем регионе. Этот год на Ямале глава региона Дмитрий Артюхов объявил годом знаний. Он дополнит объявленный президентом год педагога и наставника в России.